Здрасте. Сегодня 17 ноября. Плюс 18, плюс 20 температура у нас в Лазаревском. Вода плюс 17. Тепло. Шарик играет с камушками. Морской волк, это не шарик. Солнце спряталось. Сколько голубей. Там где? Они ходят отдельно? Они ходят отдельно? Таня, сейчас я чувствую, что ходят. Ну, я тебя хотела сфоткать. Да нет, да. Горбы, горбы или так, ведь? Вот как гнет у него донку, дурной попался горбы. Смотри, ведь не сломай удочку, аккуратно за леску берите ее. Ведь отходи, чтобы он леску забрал. Ведь назад, уходи туда, назад. Еще отойди. Горбылёк поймался, редкость. Опа, на, снимайся. Красавец. Блядь, ты понял? Только закинул нарезку, и он схватил. Бывает такое, но не часто. Минуты не прошло. Горбыль, да? Да. Что? Так ушел. Куда он нахуй денется? С Божьей помощью все можно сделать. Прямо на 300 есть. Сразу камеры
со всех сторон. Не клюет рыба, вообще не клюет. Вот он стоял, рыбачил на все подряд. Вот при мне сейчас насадил кусочки рыбы, кинул. С дури вот попался этот горбыль. Ну, водится горбыль. Вон там за мостом, там плита какая-то лежит от старого моста. Вот там они крутятся. Ну, редко клюют. Вода мутная, волна слегонца, должно клювать, но что-то вообще беда. Вертолет воду набирает. Ветерок подул. Оказывается, у нас пожары в лесах идут. Какой-то руссо-туриста поджег. А я думал, это туман, а это, оказывается, дым. Сейчас мне сказали, что горят леса у нас. Поймали медоудочку тоже порыбачить. Куньков поймали немножко. Ну ладно, Вить, пошел я домой. Давай. Давай, счастливо. Душу немножко отвел, Куньков половил. Я вижу солнце, еще она не присела. Вот она. А на видео его не видно. Так что пожар у нас, пожар. Леса горят. Костер, может, разжег, ушел, не потушил или еще. Как-то по-другому, не знаю. Мой золотой шарик появился. Ты ж был на Гренаде, друган. Замерз? Замерз, бедолашка. Тебе на что-нибудь на теплое прилечь. Ты на камне здесь лег. Пойдем, шарик.
Идем, я тебе место найду. Айда. Пошли. Дрожит, дрожит как. Целый день. Целый день в море, в воде стоит. Ловит камни. Конечно, тут ласты протянешь, не только дрожать будешь. Всем пока. Вечерком прохладненько у нас. Эту площадку убрали, здесь вот на машинках гоняли, как называется, картинг, убрали, что-то будут здесь строить, бассейн будут здесь строить, вот здесь вот будет бассейн. Да что вы говорите? Да ладно тебе, не злись. Первая собачка, которая загавкала на меня в Лазаревском. Видать, дьявол какой-то. Обычно у меня с ними все ровно. Вот так. Вот так.